Короче, знаешь, какие основные претензии, ой, блин, по последним двум роликам? Много материтесь! В России, ебать, живем. Да! Короче, значит, вчера сколько мы сковырнули? Ну, блин, электронные весы показали сотню. Вообще, получается, что это самый удачный коп для меня в принципе был. Потому что... Ну, прекрати его еще настраивать. Пусть греется дальше. Все, берем сумчонку. Сумку вчера забыли. Я забыл для флешки, короче. О, это, для... А что ты, это, фуфайку теплую без кителя? Ну, ладно, если что, да. Вот, в общем, забыл я вчера и флешку для камеры. И сумку, короче, где-то мы просрали. Мне кажется, мы ее сдали вообще. Ну, я говорю, да, где-то на базе мы оставили. Значит, возвращаемся в то место, где была первая часть предыдущих двух видео. Вот, то есть позапрошлый видос. Где-то мы дошли до Клондайка. Короче, мы выкопали вот напротив забора. Вот тут вот Клондайк. Блин, все-таки прилипло, да? Пошла жаря-жареха. Да я вообще имел в виду здесь, может, сначала снимем-то. Я копаю ломом, я норм. Может, стоило взять две лопаты? Одну из них мою, черную, гламурную. А чё, она круче лома, она вообще по размеру-то. Да, погодка не балует. Вроде бы 9 градусов, а ни хрена. Ощущается как 5. Даже ниже, наверное. Ну-ка, си. Ты капец, куда-то, по-моему, мимо мы идем. Ну-ка, смотри. Не мимо. Только вот все-таки вот здесь вообще. И вот тут еще один. Один вот он и один. Че я ломом тут рыл-то, блин? Ладно, в жопу. Короче, вот здесь. Вот тут. А, ну блин. Какой-то, короче, дегенерат один утверждает, что пират срабатывает от ударов о траву. Типа. Че, серьезно? Бью катушкой по дереву, я не знаю, уж по траве-то точно нет. Вот, вот здесь в левом, подожди, вот тут вот, подожди, вот тут вот в левом, короче, крыле подвеса находятся тонюсенькие провода, вот эти 0,5 мм. Я костыль выкопал. Ничего, короче, вот так. Костыль выкопал? О, да! О, да! Но тут противоугонка. Хотя нет, теперь, судя по сигналу, второй костыль. Давай его выкопаем. Короче, вот, каким надо быть дебилом, чтобы заявить такую срань? Импульсник срабатывает от удара? Чего? Это физически невозможно, у него принцип работы абсолютно другой. Я прав? Или я лев? Вот скажи мне, товарищ, ты хоть раз слышал ложное срабатывание прибора? Мы ну, его... Давай оставим его в этих кустырях копаться, блядь. Ну я так сейчас вот махнул разок. Давай его оставим, конечно. Я, в принципе, не гордый. А может быть, это все из-за того, что мы дедушке копеечку не положили за сохран? О! Ёптыть! О! Ты прикинь! Какой из тебя в жопу сталкер, если ты болты и гайки пропускаешь? Ну, у Стругацких гайки с этими, с бинтами. У этих, у THQ, как они там, были болты. Вот такие примерные были, да? Вот, так что шпалу тут выворотил, не мы причем, какого-то лешего. Это не лажняк, ни хрена. Где-то вот он. Вот. Хотя могло показаться. Очень может быть, что противоугон. Сигнал довольно на высокой высоте. На большой высоте, на большом расстоянии. То есть, короче, определяется-то очень легко.
где копать. Этим пират хорош. No comments, мазафака. Чё? Дерьмо. Ох, ёп! Ни хрена, провалился, блин, по пояс. Дед завалился. Вот он. Вот он. Цвет его или не его? Его. Именно на этом месте родилась эта знаменитая фраза. Цвет его. Так, погнали. Продолжаем разговор. Нет, больше его цвета здесь нет. О! Я тут, короче, прикинул, если немножко добавить математики в приемную часть пирата, то можно даже примандырить дискриминацию. Но она в жопу не нужна. Для копания железнодорожных костылей и прочих ништяков это самая ненужная вещь. Хотя, в принципе, показывать размер можно. Но с этой целью прекрасно справится аналоговый показометр. Знаешь что? Центр сигнала прямо под конец шпалы. Вот здесь вот. Тут нет. И вот тут уже прерывается. Вот. То есть он вот тут прямо. Вот это прикольно. Это может быть что угодно. О! 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 Цвет ее, не? Но звук-то ее. Так, шпалу разворачиваем. Ну, Петухи орут. О! И давай 5 минут про нее еще почешем, да? Давай, звони, Кузя. Слушай, сигналит мощно и здесь, и вот тут под деревом. Ну, допустим, сюда мы доберемся, а вот здесь давай-ка проверять. Ну-ка. Где-то вот тут. Тут пытались, я смотрю, шурфить. Что-то делали, тут вообще земля чистая. Не бей лопату. Мне кажется, что это бесполезно. Вот он, родимый. Поэтому и сигналит мощно. Причем с гайкой. Вообще красота. О, даже 2. И оба с гайкой, да? Класс. И еще, вероятно. Ну, мы теперь чисто сталкеры. С ломами. Он где-то с этой стороны, да, еще. О, по нему шкря. Вот он, костылечек. Красоты. Так, стопы. В этой стороне есть. Короче, да. О. Все-таки есть. Есть еще что-то. Не такое большое, вероятно, костыль. И вот тут еще. А хотя, с другой стороны, подкладка нам звонила не очень мощная, насколько я помню, да? О! Не очень мощный сигнал. И вот тут где-то. Короче, вот так вот. Вот так вот выживаем. Это Россия! Оп, 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 тихо, 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 подкладку не сломайте, что, родимый? Хуятку. Как хуй, подожди, хуятка. Раз ломом выкопал. Большое, костыль. В траве, как всегда, прилип. Ну, в корнях застрял. Вот он, я же говорю. Сгнивший в хлам вообще костыль. Да нет, плоский кирпичик какой-то. Ой, блин, сидит. Думаешь, а, да, скребет. Скрипит во всяком случае. О, ни хрена. Болтишка. Здесь вот. Да, где-то тут. Да проще вниз было копнуть еще раз. Ну ладно, похрен. Пока попадается. И на том хорошо. Может, вообще 2 сигнала.
Много сигналов, короче. Окей. Значит, один где-то здесь, второй где-то там, да. А может опять не пойми как в куче сваленные, поэтому реагирует. Как непонятно. О! Как непонятно на что. Оп. Извольте. Отбросить этот кусок говна в сторонку. Я уверен, что тут под ним камень лежит. Сволочь. О, цвет-то его, не? Ни хрена. О, что это такое? О, ни хрена. Смотри-ка, это сокровище ядрить колотить. Уголь, походу. Бурый. Хотя, может, и черный. Что это такое, как думаешь? Хуйня какая-то. А если это уголь? Металл, блин. Ну что, оп. Будем топить? Ну да. Ну, почему я ломом выкапываю? Конечно. Самое важное в копе, это, конечно, пивко. Вот тут он. Вот что-то сразу зазвенело. Вот он, родимое. Вот, видишь? Вот ты сегодня ленивый вообще, я смотрю, да? А-а-а! Еще б тебе было хорошо. Завязывай бухать, скотина. Становись белым человеком. Бля, черным копателем. Да. Есть такая. Опа. Вот он. Вот он. О. Клеймом. Кусок тормоза. С клеймом. Опять буква Ш. Да. Типа шпалы. Шпалы. И еще, кстати, та сторона неплохо бы проверить. Там что тоже трава. Там низкая трава, ее там нет вообще. Оп! О! Прям понял. Ой! Пока мне ты ёпнул. Цвет-то его. Раз. Что-то я что-то зацепил. А чего не пойму? Корень. Ага. Камень. Очень может быть. Может быть, сундук. Нет. С золотом. Цвет его. Твою мать. Я потому что ёпнул. Слишком рано ты дернул, я тебе говорю. А ты давай без фанатизма, давай без фанатизма. Да не надо трогать эти сиськи. Ну, как его назвать? Пусть висит, же, не? Видишь, побольше было. Ну, все равно же на ее налюбливают. А ты говоришь... Смотри. Вот. Что там бузил, чувак? Вот сколько там у нас? Полтора штыка. Блядь, можно и снизу посмотреть. Будь штык. Полтора штыка. Так засекли сверху. Полтора штыка. Без проблем. На подкладку. Вот, пожалуйста. Так вот, если смотреть. Полметра. Я же в нее въел вначале, блядь. Но мне показалось, что это не то. Ну, цвет-то его... А, Женек, цвет его? Костылик. Костылик. Надо достать костылик. Оп. Сколько она весит одна? Килограмм три. Вот смотри, цвет ее. Как маленький, опять. Вот ты пойми. Мы засекли сигнал. Видишь? Раз. И издалека он и будет казаться маленьким. Я же подкладка маленькая. А, ну, тут... Она весит мало. Чё за нах? Да хуй с ним. Ну, опять, вот чё ты материшься? Чё ты быдло, что ли? Вот она. Из-за куска леверухи землю рыть руками.
Мы землю копали зубами на себя. На себя? На себя. А на кого же? На дядю, что ли? Так. Уловил край насыпи. Как срываем? Вот так. Получается, вот. Вот он идет, край насыпи. И прямо вниз его подрываешь. И прям попадаешь куда надо. Сразу ништяки прут. Вот и не видал. Вот и какой ловкий перец прям. Все, что ли? Нет, трыкает. Нет, это был не он. Ну, возможно, чуть ближе надо подобрать. Да. Просто сигнал хороший. Здесь вот тоже. Ну, так же прям. Прям бах, еще одна. Опять, вот прикинь, не попадается этот кайф, блин, в кадр от подкладок. Вот он, костылик вылетел. Все, два костылика. Ну и ладушки. Где фанатизм переходит в прибыль? Здесь? Это один. Фак! Нет. Сигнал. Все еще есть. Есть шанс. Шанс еще есть на этот костыль, скорее всего, вот здесь лежит. А, два, может быть, даже. Вот с этой серой штучки все, блин, все и началось. Башка от костыля, да? Женек, я сигнал обоссал. Блять. Сука. Санина. Я обоссал сигнал, блин. Я животное. Я пометил территорию. Понял? Что делаешь? Что делаешь? Ты закапываешь, что ли, лунку? Да, не важно больше. Насрал в нее, гад. А сигналит. Ладно, давай. Где тут подкладочка моя? Я понимаю, тебе не хочется. Давай мне лопату тогда, что? О! Хера, Чингачгук. Ладно, попробуем. Чень. Выковырнуть. Блин. О, вот он. Ну это закон жанра, понимаешь? Обоссал сигнал, выкапывай. Еще один. Твою мать. Кусок шмурдяка. Причем, походу, такого шмурдяка, что я его лопатой расколол. А почему сигнал такой толстый? Непонятно. Ёп! Нихера себе! Сейчас бы насел на лом, блин. Вот оно. Четыре ночных смены. Ни хрена не выспался, да? Вот так вот вроде и не видно. Вот на него чуть и не сел. По-моему, что-то маленькое, но красивое. Такое мне нравится. Ох! Совсем маленький гнилой костылик. Наверное, дореволюцион. Блин, 14 век по-любому. И насрать, что паровозы появились в 18-м. Мне вообще похуй. Это, короче, 14 век. 15-й. Нет. Не, вообще 16 век, это Иван Грозный, короче. Однозначно. Оп! Ты понял? Понял. Вот оно. Не пропьешь. Экспириенс. Чпек. Лодыжка. Круче, стой! Выковыриваю, я держу лопатой сверху. Прям залипуха такая прикольная. Видишь? Подымай. Еще, наверное. Нет? Нет. Две, что ли? Может быть. Прикольно. Да, сигналило хорошо. Но еще есть
Они здесь в одну кучу свалены опять. О, цвет его. Есть контакт. Вот он, родимый. Подожди, не... Подожди, это металл, металл, нет? Блин. На цвет-то его. Ни хрена себе камешек. Вот он, цвет-то его, я же говорил. Слушай, и что-то я еще поднимаю. О, ништяк. Прям красиво идет. А тут еще есть. Нет, блин, камень такой уродливый. Нормально, я обоссал тут. О, видал? Какая хуевина. О. Не, звонить надо. Кому? Зачем звонить-то? Вот мне они. Смотри. Вот они. Раз, раз. И они влипшие еще. Выкапывай. Да, 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 вот здесь я подкапываю. Они вот, вот они. Блин, кирпичи, да? Ну похрен, давай, вырываю его. Мимо не пройдем. Че, он один? Не может быть. Не может он один так сигналить. О, слушай, ну это не Ивана Грозного, это Пановей, наверное, Николаевский. Уяевский. Ты не понимаешь, у нас есть фанаты среди, среди этих. О, 5 рублей, ебать, свежий. О, ёбать. Ни хрена себе находка. Ну-ка покажи. 5 рублей, да ладно, как это? Давай теперь металлоискателям будем искать твои 5 рублей, может там еще сотня выпало. Да подожди ты, все, успокойся. Да успокойся, ты говорю, мощная залипуха была и все. Это еще что? Да успокойся, ты говорю, дай звякну. И тут еще, да. Пока ковыряем. Мощный такой кусок шмурдяка попался. Оп, есть контакт. С кирпичом. А может и не с кирпичом. О, цвет его. Охлобысь, охлобысь, а скрып-скрып. Прям слыхать. Бля, здесь костыль я ложил. Я его уже забросил. Нахрен мне нужны твои хромые костыли? А цвет-то все еще его, и сигнал не убавляется. Туда. И сюда. И все еще в глубине. Вроде. Ну, вообще по бокам, скорее всего, да. Ну, расширяем ямку, что. Шурфим. Охуеть. Чем мы занимаемся? Ну, нам, дорогая. Кто-нибудь поддержите канал. Ну так, чисто из приличия. Там ссылочка в описании есть. Да нет, серьезно, че? Смотри, 500 рублей и Себастьян. Вообще дикую рекламу ваш текст читает своим. Класс. Что-то там вообще что-то клевое. Подожди, цвет его вообще. Ты видишь, да? Прям цвет его попер. Вот, короче, 500 рублей. Себастьян прям зачитывает ваш текст. Рекламный. Любой, любого содержания. Я не шучу, ссылка есть в описании. Там можно сообщение написать. Вот, в текст сообщения копируйте текст. Вначале напишите для Себастьяна. И он прочитает ваш рекламный текст в начале следующего ролика. Реально, это не шутки. Все ссылки в описании. А потом мы разыграем костыль среди подписчиков. С автографами. Да, я вот только хотел сказать, что я что-то... Я докопался. О, водичка подъехала. Я-то что-то докопался, но оно очень странной формы. Хотя, кто знает, может быть, наконец-то какая-то новая находка. Но, скорее всего, нет. Это просто как-то через жопу загнутый или стоящая подкладка. Видишь? Или, может быть, целая тормозуха ишкового размера. Ну, вот она начинает вырисовываться. Ну, это шевелится. Ну, я понимаю. Но это только верхняя часть, понимаешь? На, ключ. Она только шевелится, вот на она. Вот почему... Опять, на глубине штыка верхняя кромка, понимаешь?
Поэтому сигналы кажутся иногда такими маленькими. Во, выламывая. Что это? Это камень ебаный. Да ладно, ты чё? Ты угораешь, что ли? Я металл скреб. Какой камень? Это тормозухи кусок, по-моему. Какой камень? Слишком правильная форма у этого камня. Ну, выковыривай. Возьми рукой, нет? Оп, тормозуха, я же говорю. Понял, половина. Ша. Вот она, на. Ша. Или Т, я не знаю. Кто-нибудь знает, что это значит? Ша, может, ща, типа Щекинский район. Шахта, шахта, может быть. Может быть, Шурик. Может быть, Шинель. Может быть, Шлюха. Может быть, Шведы. А может быть, это все-таки буква Т. Вторая ее часть здесь лежит. Вот здесь вот мощный сигнал. Не здесь, а вот здесь. Ну тут, короче, продолжать надо рыть яму. Вот она родимая, смотри. Что-то новенькое? Нет. Хорошо забытая старенькая, я же говорю, мы где-то здесь ее забыли. Вот я тебе говорю, вот если как вчера какой-нибудь крендель подойдется за вопросы задавать. Прям сразу, вот видишь, противогонку зарыл в прошлом году, потерял, блин. Себастьян. О, нормально. Ты попал в кадр, не попал, не знаю. Ну прикольно получилось. Да, слушай, мне нравится эта идея. С приседаниями. Может, тебе второй канал сделать, где мы будем чисто металл копать? Приседать? Не приседать. Зачем? У меня есть отдельный плейлист. Не, ну приседания, это прикольно. За каждые 100 рублей доната Себастьян 5 раз приседает. Сейчас тебе на донате будешь приседать. Всю зиму будешь приседать. Ну что, подроем нашу лавочку? Прикинь? Ну давай, пойдем поближе, но мощный. Это мелкий сигнал. Слабенький или глубокий. Но вот здесь вот что-то мощнее, хер с ним, там забей. Вот он. Вот, и вот еще кусок. И еще кусок. Не? Прям колодочка. Опять с буквой Ш. А что значит все-таки Ш? Ну что знает это Тавро? Вот, обломочек. Обломочек костылика. Обломочек костылика. Слушай, можно на этом, знаешь, бизнес сделать. Сексуальные игрушки для РЖД. Анальная пробка. Для сотрудников РЖД. Анальная пробка. Это все косячит на работе. Ты не махнул желтым флажком на переезде? Короче, сейчас будет работа. Потому что сигнал мощный, слышь? Множественный и мощный. Я думал, лопата оказалась ни хрена. И вот здесь, да, вот тут. Короче, жопа. Начинаем ковырять. Сразу ломиком это все дело подработать. Опа! Нормально подработал. Кирпич. Пузыри какие-то, осколки, блин. Не напороться на это в процессе. Себастьян там звенит. Слушай, а если бы мы находили россыпи 10-копеечных монет? Так же, килограмм по 100. Ты бы их таскал? Нет? Нет? 100 килограмм 10-копеечных монет. Сколько весит одна 10-копеечная монета? Ага! Кусок сгнивший. Тормозухи. Сработанный, точнее. И все. Весь мощный сигнал закончился. Нет. Хрена себе. Слышь? Себастьян. Мам, дорогая. Опа.
По-моему. Твою мать. Кровельное железо. Сигналит. Я валял. Как? Вот он. Хрена себе. Не кровельное. Вот вам и глубина обнаружения. Себастьяну понравится, я думаю. Нормальный прикол. Большая совковая лопата. БСЛ. Но это же не все. Есть костылик. Не мог он так нормально сигналить. Один. Один костылик так не сигналит. Хотя, почему бы и нет. Да, вот. Второй, я же говорю. Так. И даже два так не сигналят. Ага. Да. Да. Да, хороший сигнал. Зацени, что я выкопал. В одном месте. Все в одной яме вообще. Блядь, это жесть ебаная. Да ты не понял, там еще. Вот, я продолжаю его копать. Чисто ломом. А что, лопат не копать по себе? Не прикольно. А то как, приседать же надо. Лопатой будешь копать, будешь приседать. Пиздец. Вот, реально. Это вот смотри, это прям камбэк в прошлое. Ты посмотри. Подвеска, видишь, поворачивающееся колесо. Видишь, да? Подвески-то нету. Нет, ну я имею в виду вообще поворачивающееся колесо. То есть вот это вот за эту хрень, короче, цеплялась веревочка за колечко. А это был ЗИЛ. Вот прям вот он. Кузов, а тут кабина, видишь, пороги вот эти для ЗИЛка. Полностью, вот даже оси металлические. Представляешь, металлические, полностью металлические колеса. Ты прикинь, это прям камбэк. 2 рубля 30 копеек. Это прям камбэк в мое детство, где я на левом колене заебенился, огромный шрам. Штука-то в чем? Игрушка была. Вот, видно, да? Она была цельнометаллическая, кроме шуток. О как! Понятно, разогрелся. Цельнометаллическая игрушка. И у него была... Двери открывались, то есть все, реально красивая фигня была. Мощная, реально хорошая копия. Вот прикинь, такая вот масштабная. У них открывались двери. И вот он стоял в детском саду, значит. Где-то там в беседке его возили, там по песку, там все дела. Он стоял. У него была открыта дверь. Разумеется, она была выполнена из листа штамповки. Ну, я и насадился коленом. Ну, так вот. Такие вот были игрушки в Советском Союзе, представляешь? У меня на левом колене шрам. От него. Именно от такой игрушки. Эту вещь я ни с чем не перепутаю. Это не шутка. О, я выковырнул его, по-моему, да, и выкинул. Это не шутка. Суровые советские игрушки. Зола. Зола. Это то, что превращается в мой пукан. Да не, мне кажется, левее и выше. Это то, во что превратится мой пукан, когда тебе надонатят на 1000 приседаний. Вот смотри, реально, 5 приседаний за сотку. 1000 приседаний. Ты бы согласился за 20 тысяч присесть? Конечно. 1000 раз? Ну, не за раз же. За раз. Это да. Надо физически делать. Что ж поделать? У них тут это, гнездо. Ну, как еще назвать? Гнездо. Ну, вот он. Че, смотри, есть гнездо пулеметчика. А это гнездо... Гнездо костыльщика. Ну, наверное, ближе ко мне.
О-о-о. Пошла жара, я так понимаю, да? Ага. Ну вот сюда, он вот здесь, вот кто-то вот что-то выкапывал тоже. Видимо, не дошли. Вот, видишь, сигналы какие. Определяйте центр Шура. Хотя бы ориентировочно. Я думал тут. Да, может быть. Куда ты понял-то? Да потому что тебя хрен знает, где центр. Вот он. Понял. Раз. Проверяешь. Проверяй. Да я уже понял. Оп. Что я так в камешек удачно попал? Ты на проходной скажи, когда тебя будет трубка дуть. Что? Фамилию скажи. Стекла. Зовут меня. А за как его зовут? Себастьян. Стеклов. Я реально не знаю фамилию Стеклов. Вы это давайте, давайте, звоните. Ну как это нет? До забора надо дойти. Вот, видишь, вот до сигнальчики пошли. Да похрен, ты пониже опусти, по траве пройдись. Ага. Где-то левее, значит. Вот, краешек определяется. Да, где-то тут. Тут вот где-то, да? Ну-ка, Стеклов. Прекратите. Стеклов, прекратите. Дышите в трубочку. Ну, фамилия, ты... Дышите в трубочку, Стеклов. Я поменял бы свою настоящую фамилию на такую. Ну а чё, почему бы нет? Стеклов. Ну чё, нормально? Себастьян Стеклов. По паспорту. Мне, пожалуйста, баклажку пива. Мне это, баклажку пива дайте, пожалуйста. Паспорт. Открывает паспорт. Че? Он поддельный, походу. Он, походу, поддельный. Себастьян Стеклов. Я просто толкать на сразу другой путь. Смотри, блядь, сколько лет его, а там, блядь, это показывает на это. На паспорт. Его, говорит, Себастьян. Его, говорит, зовут Себастьян. Но там еще сигнал мощный. Выше. Да? Себастьян Стеклов. Вон, Лёв. Вон. Звоните, Шура. Нету ничего. Палево. Тухленько. Обломок. Тормозухи. Грустняшка. Вот скрипка, блядь, только очень большая, на полу стоит. Большая скрипка, стоящая на полу, называется виолончель. Виолончель? Да. А большая гитара, на которой лады зажимают пальцами и играют пальцами, называется контрабас. Контрабас. Да-да. Вот. Цвет его. Цвет его. Подожди, тихо. Ага. В кирпич? Ну, в кирпич, во что еще? В кирпич. Ага. Кирпич.
Проволока. Это колодка. Это колодочка, колодка. Колодка, колодочка. Половиночка. Двушка килошек. Сходу чпек. Снова выкопано ломом. Короче, что, значит, еще раз. Походу не записалось все-таки. 50 кило, да? Ну так, на глаз. Опять же говорю, я все-таки за то, чтобы заиметь электронный безменничек. До 40 килограмм. Просто знать вес. Это всегда полезно, просто прикидывать, сколько собрали, сколько надо дособрать, там, грубо говоря, до круглой суммы. Полезно. Вот, и, соответственно, скоро будем консервировать прибор на зиму. Может, картошку переделать. В принципе, у меня есть еще одна, ну, типа рамка, колечко пластиковое. Оно будет чуть больше, хотя, наверное, надо делать чуть меньше. Ну, короче, есть еще над чем поработать. Я что-нибудь типа изгаляюсь, может, из эпоксидки вылью. Ну ладно, поехали. 260 рублей, по-моему, 200 грамм, кажется. А ты еще гору не подними, да? В смысле? Ой, это как там? Почему? Так вес ёбнись, какой нахтящий, ты чё, сволочь, Себастьян! Тем более дорога мокрая, поехали. Себастьян! А, ты же не едешь, пока не постигну, слышишь, я стою думать. Кто-нибудь, поддержите канал. Себастьян-то приседает, я заправлюсь. Да.